Сегодня уже четвертая неделя наших одиночных акций. Сегодня завершающий день перед Казгагрышем, но это не означает, что мы остановимся на этом. У нас впереди еще есть другие министерства, парламент, правительство. Результаты есть от серии вот одиночных? Естественно, есть. Вчера, если вы знаете, по Тенгри Ньюс показали, как Нурлан Капаров отчитывался о том, что действительно они начали уже какие-то требования выдвигать российской стороне. Мы считаем, что в этом и есть наша заслуга. Без нас они бы ничего бы не смогли сделать. Более того, до этого Болат Джамишев сообщал о том, что будет также пересматриваться вопросы об уменьшении территории российских полигонов на казахстанской земле. Я считаю, что это наша главная заслуга. И подытоживая эту акцию, я бы хотел вручить доблестным сотрудникам правоохранительных органов. То есть здесь у меня есть две благодарственные письма. Это прокуратуре Исильского района за вольную трактовку 373 статьи. Здесь на... Что, вручайте, где он? Можно вас с прокуратуры? Мы бы вот хотели вам вручить. Я думаю, они подойдут. Сотрудникам полиции департамента внутренних дел города Астаны за участие в серии персональных акций движения «Антигептил» и охрану общественного порядка. А вы так грамоту подозрительнее. Грамоту покажи. Где общественная безопасность? Грамоту покажи. Да, грамота она. Да, да. А ну, ты слышишь? Да. И теперь... А грамотно салып қалып кетеді қазір. Жұмыты қабересіз. Иә. Дұвыды кемей жатыр ғой. Демек, оны общественный. Келеді қазір, ай, өздері. Ал енді бұл менің алаңдап тұр ғой өздері. Мас, всегда самовыражение. Поэтому я выражаю свою позицию. Қазақ жерін ластама! Қазақ жерін ластама! Қазақ жерін ластама! Қазақ жерін ластама! Қазақ жерін ластама, ай жарайсың. Қазақ жерін ластама. 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 Жердің әрекеттеріңіз барысы. Акиматтың сұрақ. Жас.